Всем привет! Вы на канале «В гостях у Барбоса». И наконец-то зима наспала его первым снегом. Дрощенков этот снег впервые в жизни. И поэтому мы хотим выпустить их побаловаться и посмотреть на их реакции. Часов ноль минут, все лучшее впереди, и скоро случится. Хочется жить, обиды прощать, петь и любить и мечтать, читать между белых строк, что в мире никто не одинок. Связаны мы с небом, этим белым снегом. Ребенок. Верим в любовь и верим в мечты, ищем цветы доброты, но не замечаем их порою и даже нас самих. Связаны мы с небом, этим белым снегом. Часов и ноль минут, и просто начать напила всю жизнь свою, переписать, и стрелки вдруг замрут, словно на мгновенье уснут, и новый круг начнут. Как мы видим, реакция щенков на снег положительная.